Добро пожаловать на наш лекторий притчи Раби Иисуса. И сегодня мы рассмотрим одну из самых сложных притчей, которая есть в Евангелии. И без понимания раввинистического иудаизма и контекста понять эту притчу просто невозможно. Я не знаю, сколько я получил на Фейсбуке, через другие социальные сети, через наш канал и через наш журнал вопросов на тему «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Ну и, естественно, возникает вопрос, а что это за притча о неверном управителе? Мы уже в прошлых лекциях говорили с вами о том, что притчи располагаются кластерами. Вот, в частности, изучая вопрос о ненависти к родственникам, да, кто возненавидит отца, мать и так далее, мы пришли с вами к выводу, что в общем-то, концовка, это вывод, который следует после группы или кластера притч, которые рассказывают о приоритетах. Цель этих притч – показать приоритеты Иисуса. Вот точно таким же образом у нас притча о неверном управителе. Если так взять, в принципе, у нас огромный кластер притч идет в Евангелии от Луки, 15 и 16 глава. Тут у нас есть и короткие притчи о потерянной овце и о потерянной драхме. Потом идет длинная притча о блудном сыне. Дальше идет притча о неверном управителе. И завершается это все притчей о богаче и Лазаре. И все эти притчи являются реакцией Иисуса на маленький, коротенький эпизод, описанный в 15 главе, 1 и 2 стихе. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». Вот это вот понятие «мытари», мы уже говорили в предыдущих лекциях, они не обязательно воры, но это люди, которые работают в государственных органах Римской империи, а, соответственно, имеют философское образование. И за это их не любят и причисляют грешникам, предателям веры. То есть так фарисеи понимали. Но интересно, что написано «мытари и грешники». А вот дальше следующий текст. «Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними». Грешников. Фарисеи говорят о грешниках. Это очень интересно, то, что фарисеи вдруг заговорили о грешниках. Дело в том, что в раввинистическом иудаизме нет понятия «грех» и «грешник». Это еще фарисеям поставил на вид сам Иоанн Креститель, когда пришли к нему креститься фарисеи и саддукеи. Об этом написано у нас в 3 главе Евангелия от Матфея. Вот. А до этого в 6 тексте у нас написано: «И Иерусалим, и Иудея, и окрестность Иорданская выходили к Иоанну Крестителю, и сказано: и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». А тут фарисеи и саддукеи идут, и им Иоанн начинает говорить: «Порождение ехиднины, сотворите достойный плод покаяния». Проблема в том, что фарисеи учили о том, что всякий иудей имеет однозначную гарантию спасения.
Я знаю, что многие христиане, христианские проповедники учат о том, что иудеи спасаются законом. Это полнейшее заблуждение. Иудеи по фарисейскому учению спасаются конкретной благодатью, которую христиане даже и не видели. Там ничего не надо принимать по иудейской благодати. Главное – родиться от Авраама. Потому что если ты потомок Авраама, то ты спасен. Вот. А раз ты спасен, почему так получается? Потому что там есть интерпретация истории о жертвоприношении Исаака. Это записано в Мидрашах, то есть это Агада, сказание такое, вот, иудейское, традиционное. Там речь идет о том, что происходит после того, как Авраам занес нож, и ангел Господень ему говорит: не прикасайся к отроку и не делай ничего, потому что я знаю, что ты боишься Бога. Это часть библейская. А вот в части, которая вот является сказанием, в Агаде написано, Авраам тогда начинает говорить ангелу Божьему: я не сойду с этого места, пока ты не выполнишь мою просьбу, потому что я вот смотри, сколько для тебя сделал. Ну и, соответственно, тогда ангел Божий спрашивает: а что же ты хочешь? А Авраам говорит: ну, если я пошел на то, что послушался тебя и чуть сына своего не убил, ты, пожалуйста, всем моим потомкам за мои дела праведные засчитай в праведность. А Бог тогда говорит: хорошо, вот развернись, видишь этот овен в кустах, да, тут уже библейский текст пошел. Авраам приносит овна в жертву, во всесожжение. Дальше уже пошла опять Агада. Он срезает у него рог, делает из него такой шафар, ну, рог для трубления. И дальше Господь ему говорит: вот всякий раз на праздник Рош ха-Шана, когда мои дети, твои потомки будут трубить шафар, я вспомню все заслуги твои и вменю это моим детям праведность. То есть иудеи, так фарисеи учили, то есть иудеи спасаются заслугами Авраама. Какие грешники! Вы понимаете, в чем проблема? В этом-то проблема. Чев? Ну, то есть, кто говорит грешники? Почему вдруг фарисеи начинают упрекать Иисуса, что он есть с грешниками, когда они в первую очередь не верят в то, что существует грешник, нуждающийся в спасении. Вы понимаете проблему? И вот фактически дальше Иисус говорит нам серию притч. В 15 главе Иисус рассказывает о сути своего отношения к грешнику. Вот смотрите, потерянная овца. Вот, смотрите, потерянная драхма. Но вот градус этих притч нарастает. Вот уже притча о блудном сыне. И все вроде хорошо. И отец принимает блудного сына обратно, прощая, то есть типично, вот иллюстрат, да, то есть, видите, это притча-иллюстрация, которая рассказывает о том, как Бог прощает грешника. Но тут появляется еще один персонаж в этой притче. Помните, кто? Старший брат, который начинает жаловаться отцу. Как это так? Я с тобой был, я все честно, а ты мне даже и никогда такой пир не делаешь. Понимаете? Уже мы видим, что вот в этом персонажа старшего брата или старшего сына появляется вот такой вот образ вот этого вот фарисея. Но это еще не все. Градус резко нарастает, когда Иисус рассказывает следующую притчу. Притчу о неверном управителе. Она в 16 главе Евангелия от Луки и записана. Один человек был богат и имел управителя,
на которого донесено было, что он расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что я слышу о тебе? Дай мне отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Когда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать, господин мой? Отнимает у меня управление дома, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что делать, чтобы приняли меня в домы свои, когда буду отставлен от управления дома». Призвал должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» И сказал он: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 50. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми расписку твою, напиши 80. И вот та часть, которую никто не понимает до конца и понимает превратно. «И похвалил господин управителя неверного догадливого, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. А я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедных, дабы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Вы понимаете, эта притча однозначно носит очень саркастический, сатирический тон. Задумайтесь. Представьте себе, вы владелец банка, и у вас работает сотрудник, который проворовался. Он занимается, как говорится, в отделе одалживания. То есть он ведет кредиты, выдает кредиты. Да? И представьте себе, допустим, владелец автомастерской, взял в кредит на расширение, 100 тысяч долларов. Владелец ресторана взял кредит на расширение, на что-то еще, на покупку оборудования, 50 тысяч долларов. Этот человек, который занимается именно одалживанием, он вдруг обнаруживает, что он вор, и его собираются уволить из банка. Он зовет владельца автомастерской и говорит: «Так, дорогой, ты сейчас, перепишем мы твой долг, твой, кредит, так что твой баланс будет теперь составлять 50 тысяч долларов, а не 100 тысяч долларов». То есть что только что сделал этот ответственный за кредиты? Он обворовал владельца банка еще на 50 тысяч долларов. А скажите, пожалуйста, вот этот вот владелец автомастерской, который заемщик, видит это все, вы что думаете, он совсем ничего не понимает? А потом вдруг, естественно, мало того, что если, будем так говорить, в условиях современного правового государства за такую махинацию посадят, как этого ответственного за кредит работника, так и заемщика, который вот эти вот махинации с бумагами делал, потому что это кража. Но если это нормальный, честный бизнесмен, владелец автомастерской, видит, что происходит, а потом завтра этого работника, который отвечает за кредиты, увольняют, он придет в автомастерскую, попросит: «Возьми меня менеджером». Я не знаю, кем должен быть владелец этой автомастерской, чтобы взять такого прохвоста к себе на работу после того, как он воочию увидел, что он делает с деньгами своего предыдущего шефа. Вы понимаете, о чем эта притча?
свое время Дональд Трамп вел на одном из американских телеканалов бизнес-шоу. У него всегда была коронная фраза. Он, значит, какой-то проект они разыгрывали прямо перед телекамерой, и что-то кому-то он обязательно говорил эту английскую фразу. You're fired! Вы уволены! Друзья мои, вот здесь эта притча о неверном управителе. Это вот такое вот конкретное заявление, которое Иисус делает фарисеям. Он им говорит: вы уволены за то, что вы неверно распорядились тем имуществом, которое оставил под вашу ответственность. А каким имуществом? Почему об этом идет речь? Фарисейская теология, основа ее заключается в том, что Бог передал Тору на Синае Моисею, Моисей пророкам, пророки судьям, судьи мужам великого собрания, от коего фарисеи ведут свое, как говорится, происхождение. То есть фарисеи рассматривают себя как управители Торы на этой земле. Причем настолько конкретно, что они не особенно хотят, чтобы Бог, давший Тору Моисею, теперь вмешивался в их процесс управления этой Торой. Есть такая история, которая записана в Талмуде, о том, как спорили два раввина, рабби Элиезер и рабби Иегуда. И там, значит, спор шел, и рабби Элиезера, в общем-то, как бы немножко он не получил большинства, и он продолжал настаивать на своем, он не имел поддержки, рабби Иегуда имел поддержку. И вот он говорит, значит, перед всеми: если Тору следует понимать, по-моему, вот, пусть дерево это подтвердит. Ну и дерево горчичное перемещается на несколько метров. Вот, ему говорят: дерево ничего не доказывает нам. Ну, говорит, если Тора следует ее читать вот так, как я понимаю, пусть ручей это докажет. Ну и ручей разворачивается вспять и начинает течь вверх по горе. И ему говорят: тоже не годится, ручей ничего не доказывает. Тогда вдруг голос с неба звучит: что вы не слушаете раба моего Элиезера? Тору следует понимать так, как он это предлагает, а не как рабби Иуда. Рабби Иуда открывает Тору, открывает текст из Второзакония 30 главы, и здесь написано следующее: она не на небе, 12 текст. Он, конечно, вырвал это из контекста, потому что 11 текст тут все понятен. «Ибо заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать, и мы бы исполнили ее». И не за морем она, чтобы можно было бы говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал нам услышать, чтобы мы исполнили ее. Но весьма близко слово сие, оно на устах твоих и в сердце твоем, дабы исполнять это. То есть текст понятен, а рабби Иуда, чтобы себя выгородить, он это слово из контекста вырвал: она не на небе. Имеется в виду заповедь не на небе, а здесь, в этом, здесь вот там, где мы спорим. Поэтому никаких голосов с неба мы не слушаем. То есть фактически
вот этой фразой «килёба шамаим и» на иврите, «она не на небе», Раби Иуда пытается показать, что исследование Торы, интерпретация Торы, понимание Торы, суждение все на основании Торы – все это в руках раввинов, фарисеев. Но Иисус-то является давателем этой Торы. И когда Иисус видит, что фарисеи не понимают и не хотят учить самое фундаментальное, ради чего вообще Библия написана, что, начиная с Адама, грех вошел в этот мир, и поэтому есть нужда во спасении и во спасителе, и только с неба от Бога может быть это спасение через Мессию. Вот этого всего фарисеи не учат. И когда они Иисуса упрекают, как это так, ты кушаешь с грешниками, принимаешь грешники, Иисус, конечно же, возмущен. Тут вы рассказываете, что все иудеи автоматически спасаются заслугами Авраама, то есть никто не есть грешник, а тут вы меня попрекаете и говорите, что я с грешниками сижу, так не годится. И после этого вы говорите, что вам Тора дана была? Дана была. Еще с времен Ездры дана была. Мы говорили уже на наших предыдущих лекциях о том, что впервые Ездра привлек для того, чтобы преподавали Тору люди не священнического рода. То есть это были фарисеи. Лефареш, отсюда слово фарисей происходит. Еврейский глагол лефареш означает прочитать священное писание внятно. То есть разделить его на все нужные абзацы, предложения. Вот как мы с вами разбираем контекст, где начинается контекст, где заканчивается. Вот в этом все понимание. То есть, это была задача фарисеев. Ну, извините. При таком подходе Иисус не может не уволить такого управителя. То есть фактически это адресная притча. Причем, что интересно, я вам прочитаю, здесь у нас написано, что когда фарисеи, 14 текст 16 главы Евангелия от Луки, написано, слышали все это и фарисеи, то есть они понимали, что эта притча к ним относится. Они понимали, то есть это адресная притча к фарисеям. Хорошо, что означает неправедное богатство? Почему хвалит господин этого управителя? В чем здесь дело? Мы уже говорили с вами. Сама постановка притчи весьма и весьма сатирическая. Этой притче Иисус не просто критикует фарисеев, он их высмеивает. А какой тип этой притчи? Здесь, если мы посмотрим, однозначно мы не видим в последующих стихах никакого истолкования. Мы видим вывод. Однако же сама притча, она следует после притчи о блудном сыне. То есть как бы она и не является притчей иллюстративной, то есть она не иллюстрирует ничего, то есть у нее своя внутренняя структура, притча, которая имеет свою внутреннюю структуру, это притча сравнения, на иврите она называется каль-вахомер, и вот здесь таки есть две эти части. Есть здесь каль, это вся, то есть история, да, каль это малое, легкое,
хомер тяжелое, и кальвахомер – это есть и малое верно, то тяжелое или большое тем более верно. Принцип а фортиори. Так вот, нужно здесь определить правильно, где здесь малое и где здесь тяжелое. И вот где мы видим разделение. После конца 9 стиха это малое. До конца 9 стиха это малое. Вот эти слова. «Я говорю вам, приобретайте друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». А вот дальше, 10 по 11 идет хомер. «Верный в малом, во многом верен, а неверный в малом, неверен во многом. Итак, если вы праведным богатстве неверны были, кто поверит вам истинно? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Вы понимаете, вот это вот своего рода... раньше, когда мы смотрели «Кальвахомер», мы всегда видели его немножко с другим направлением, да? Мы, например, смотрели притчу о суде. Если неправедный судья, не боящийся Бога, выслушал вдову, то тем более Бог выслушает молитву. А здесь он развернут в обратном направлении. Если мы раньше слушали таким образом риторику: малая правда, то большая будет тем более правда, то здесь наоборот. Если малая неправда, то большая что? И еще большая неправда. То есть, если вы в малом лгете или обманываете, то большее вам дадут, вы же еще больше обманываете. Вы понимаете, что это похвала, это суть сарказма здесь. То есть это саркастическое высказывание. Ну как может похвалить хозяин, который видит, как прямо перед его глазами какой-то из его работников делает схему увода денег из его собственности? Понимаете? То есть эта похвала, она весьма-весьма саркастическая. То есть однозначно не могут ни один должник в нормальном, как говорится, если это нормальные люди, не возьмет такого управителя к себе на работу, когда они воочию видят, что тот ограбил своего прежнего хозяина. Вот почему эта притча, ее нужно смотреть именно в таком вот другом полюсе, саркастичном полюсе, и понимать, что приобретайте друзей богатством неправедным, это выражение однозначно является сатирическим выражением. Попробуйте это сделать и увидите, до чего вы доживетесь в вашей жизни. Если вам невозможно доверить малое, кто же доверит вам большее?